Магнитогорский металлургический комбинат за 7 месяцев 2015 года поставил в адрес сервисных металлоцентров страны 565 тысяч тонн металлопроката. Поставки в адрес сервисных металлоцентров составляют 17% от общего объема отгрузки плоского проката УАО ММК на внутренний рынок России. В том числе 57 тысяч тонн металлопродукции реализовано через собственные сервисные металлоцентры ЗАО «Интеркос-4» Санкт-Петербург и УАО ММК «Профиль Москва» город Щелково Московской области. УАО ММК осуществляет поставки металлопроката для всех направлений деятельности сервисных металлоцентров. Около 2/3 общего объема поставок плоского проката для СМЦ приходится на производство профнастила. На металлоторговлю и дополнительный сервис в области распуска, резки, упаковки и комплектации заказов приходится 34%. Отдельным направлением работы СМЦ является порезка и штамповка деталей для автопрома и производителей бытовой техники, сообщает Управление информации и общественных связей УАО ММК.